Рев мотора и сложнейшие трюки, и все на руле мотоцикла. Еще секунды, и байкер на железном коне стоя. Так на Казань-ринге стартовал новый мотосезон. Сегодня лучшие мотоциклисты со всей страны удивляли и восхищали зрителей. Но прямо сейчас один из самых веселых моментов сегодняшнего открытия мотосезона, ведь организаторы объявили сосиско-пати. Задача пассажирки прямо на ходу съесть подвешенную сосиску. Как видите, это удается далеко не всем и не всегда. Если такое вождение – это выбор молодых и смелых, то этот мотоцикл уже для семейного человека. Ивановы так ездят не только на рыбалку и пикники, но и даже дочку в садик отвозят. Говорят, на дороге они в центре внимания. Потому что нет человека, у которого не было бы в семье мотоцикла. Обязательно у дедушки или у дяди обязательно был мотоцикл с коляской. Урал, Днепр, Иж, неважно. У всех он был, и поэтому все смотрят. Увидеть эксклюзивные модели не проблема, все они здесь. Причем свой мотопарк представили даже спасатели и полицейские. Инспекторы пришли не забавы ради, а для профилактики. С начала года на дорогах республики произошло 14 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мототранспорта, в которых 5 человек погибли и 13 получили травмы различной степени тяжести. С этого года, да, то есть вот с этого открытия есть понимание, есть общение и есть, скажем так, алгоритм и дальнейшие планы работы у ГИБДД с нами, у нас ГИБДД. Сотрудничать полицейские и мотолюбители начнут еще до начала чемпионата мира по футболу. Уже запланированы совместные рейды. Сергей Хайдаров, Игорь Романов, ТНВ, Высокогорский район.